Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и сегодня мы опять в игре за Исл, и сегодня мы посмотрим Кецалькоатля. Я нашел его все-таки на этом серве, и да, у нас есть возможность за него поиграть. Приближу немного его голову. Тут, смотрите, всякие царапины на клюве прорисованы, это очень офигенно. Шрамы какие-то на морде у него еще присутствуют, очень красиво окрашен хохолок у него. Мохнатый он такой весь, собственно говоря, как по последним данным. Как тигри. Так, тигра. Так, ну, перед тем, как двигаться, я предлагаю посмотреть какие-либо... Ой. Какие-либо его движения. Ну, я так понимаю, ростом он как тираннозавр примерно. Ну, давай голос. Вау. Офигеть. Ну-ка. Шикарно. Просто шикарно. Так, ну тут ты ничего не делаешь, и тут ты ничего не делаешь. Собственно говоря, приседать, лежать и... понятно, он не может. Так, ну... Так, это... Так, вот, на правую кнопку мыши он клюет в землю. То есть мелких животных, допустим, а вот этих он всяких тираннозавров клюет. Прикольно. А как ты ходишь? А, ты не можешь ходить? Это шикарно. А как ты передвигаешься? Я, может, что-то не знаю? Так, это уберите, пожалуйста. Чувак, как ты двигаешься? Я все кнопки перенажимал. Он никак не хочет двигаться вперед. Ну-ка, давайте в настройках посмотрим. Ну, это понятно. Вообще не понимаю. Он не хочет категорически двигаться просто. Это не то. Нет. Видимо, понятно. Видимо, движение у Кецалькоатля еще не продумали, а вот посмотреть на него можно. Ну ладно, я-то думал, получится полетать, ну ладно, мы хоть так на него посмотрим. Может, я, конечно, что-то не понимаю, но, по-моему, нельзя. Посмотрите его движение. Скинов в этой игре 6. Это был первый. Предлагаю переходить к скину под номером 2. Так, ну вот скин под номером 2, собственно говоря. Что-то мы куда-то переместились, какое-то туманное место. Давайте посмотрим. Так. Ну вот выглядит он даже лучше, чем предыдущий скин. Как видите, у него-то такие полоски около глаз есть. К сожалению, я тут сижу как дурак, пальцем вам показываю, но по-другому никак не могу показать. Хохолок также вроде окрашен так же, но имеется в виду, что цветовые тона другие. Спина, собственно говоря... Ну, на шее я вижу полосы черные, как у предыдущего скина, они просто более такие блеклые. Ну и спина очень шикарно окрашена, если бы я мог передвигаться хоть... Так, стоп, а этот почему не мог двигаться? Шикарно, ребята, мы ходим. Мы можем ходить. Мы можем летать! Офигеть! Офигеть, я лечу! Паника! Вау, классно! Так, вот это подниматься выше. Это клевать еще могу. Вау, офигеть. Вы пока смотрите на окрас крыльев, потому что у меня нет слов. Я лечу, черт подери, в этой игре я умею летать. Офигеть. Кецалькоатль круто вообще. Пока что самое классное животное, не считая пуэртозавра. Ну, лично для меня. Ну, потому что есть возможность очень быстро пролетать по карте. Ну-ка, я предлагаю полететь и поискать... где вот лагерь у людишек тут есть? Ага, нет, это деревья. Это очень крутая карта, всем советую. Название карты я напишу, наверное, в ссылках к видео. Ну, по сути, мап, вот сама карта называется Misty Valley, а вот название сервака я не помню точно. Так, вижу какие-то эти... Озера.
Видимо, просто у того скина, видимо, не продумано что-то, или это, может, какой-то был баг. А мне вот что интересно, как теперь приземляться? Об этом читайте во втором номере, да, походу, или как, я не понимаю. Но если что, мы погибнем, потому что окрас мы успели посмотреть. В воду я приземляться не буду, я где-нибудь... О-о-о, еще один кицелькуатль. Вот, ребята, вот вам и... О, я еще так могу? Вау! Ребят, смотрите, у него перепонки трясутся, это супер. А я куда лечу-то? В горы? В горы мне не надо. Вау. Игра просто супер вообще. Вот вам и дикая природа, мать. О, еще один. Тут, походу, все за кицелькуатли решили поиграть. Филосораптор какой-то. Ой, еще могу ускоряться. Так, ну я либо погибну, либо что, я не знаю. Я хочу приземлиться, почему я не падаю? Хватит уже парить, приземляйся. А, вот так, просто касаешься земли, он приземляется? По-моему, это круто. Вау, ребята, мы полетали за... Кицалькуатля. Я, кажется, понял. Я нажал просто какую-то кнопку, и он теперь не хочет двигаться. Только не знаю, что я нажал. Что-то нажимаешь его, и он, в общем, не хочет двигаться. Ладно, пойдем отсюда, то он еще убьет. Так, ну, собственно говоря, вот наш третий скин. Давайте приблизим. Запомните, не нажимайте кнопки G и H. А если вы их нажмете, то ваш кицелькуатль вообще не будет двигаться. Я так уже два раза слоханул. Как видите, полосочка на глазу у нас имеется, и клюв раскрашен. Вот полосочки такие, кончик клюва черный. Шея также у нас имеет уже другой окрас. Хохолок у нас синий. Ну, гребень, грубо говоря. Это не хохолок, нифига. Ну, какие-то белые полосочки есть на теле. Пятнышки на крыльях, да? Ну, теперь... Отлично. Теперь я предлагаю полететь. И посмотреть во всей красе. На нашу рептилию, да. Вот такие крылышки, как я говорю, есть пятнышки у нас. Так, нужно сделать скрин для окончания видео. Вот так, вот такой, пожалуй. Нет, вот так вот. Да, шикарно. Смотрите, перепонки трясутся, они все продумали, офигеть. Игра просто супер. А еще я могу ускоряться. Это я набираю скорость. Вау, это супер. Шикарно вообще, обожаю эту игру. Подаем голос в надежде, что кто-нибудь из тех летающих кицелькуатлей нас услышит. Но это, я думаю, вряд ли. Ну что ж, это был третий, по-моему, скин. Предлагаю перейти к скину под номером 4. Так, ну вот, собственно, скин на кицелькуатля под номером 4. Теперь у нас такой зелененький гребень, красный. В носовой части имеются синие такие пятнышки. А сам окрас, по сути, такой синий, зеленый, красный, коричневый, тут черный. Все тона присутствуют, он такой разнообразный. На теле вроде я ничего не вижу, такой вот смена цветов, а вот крылья, походу, очень красивые. Но чтобы это посмотреть... А я могу бегать? Ой, я могу бегать, вау. Вот так вот кицелькуатль бегает, ребята. И взлетает! Вау, крылья очень красивые. Расписные такие, да. А снизу? А снизу, ну, слабые. Ну, перепонка просто просвечивает, и поэтому видно пятна сверху. А так она никак не окрашена снизу.
Но Кицулькуат, ребята, это вещь. Это что-то. Этот сервер дал мне возможность показать вам Кицалькуатля и поиграть за него вообще. Вы успели в этом видео посмотреть и на живых игроков, и на летающего Кицалькуатля. Это, по-моему, серия удалась вообще. Так, набираем скорость. Мне кажется, вот такой разнообразный окрас ему не идет. В целом очень красиво, конечно, но шея вот такая расписная, это, по-моему, не круто. А тут что, только за Кицалькуатль играет, а сухопутных я динозавров увидеть не могу? Или я летаю просто так высоко, что их модельки не прорисовываются? Но я сомневаюсь в этом. Так, ну, вот такой у нас был скин под номером 4, теперь предлагаю перейти к скину под номером 5. Так, значит, это пятый скин Кицалькуатля. По-моему, самый красивый. Ну, самый такой некрасивый, это яркий. Вот. Очень расписной клюв. Присутствует светло-розовый окрас. Гребень такой тоже разнообразной окраски. Шикарно. Само животное черное, но я уверен, что крылья у него очень красивые. Предлагаю это проверить. Крылья просто огненные, это очень красиво. Очень красиво снизу. Так, подожди, снизу у нас опять же ничего нет. Да, очень красиво. Мяу, мяу, лавирую, 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 лавирую. Шея изгибается, это все очень круто. Я как доисторический истребитель такой. Очень, очень интересно, очень нравится играть за Кицалькуатля. Если бы тут было больше живых игроков, это было бы шикарно. Но на других серверах, к сожалению, много игроков, но Кицалькуатля нет. Поэтому нам остался последний скин, насколько я понимаю, это будет Альбинос. Предлагаю переходить к нему. Странно. Просто приземляется так? Хоть бы на какую-нибудь кнопку, что ли, я не знаю. Ну что ж, ладно, переходим к последнему скину. Ну что ж, вот и последний скин Кицалькуатля, который на данный момент доступен в игре, но доступен только на ограниченных серваках, то есть не на всех серверах сможете найти Кицалькуатля. Я, по крайней мере, нашел только на двух. Ну и последний окрас, естественно, альбинос, глаза опять розовые. Вот. Сам он такой как бы темно-белый или даже светло-серый, а вот клюв и шея у него такие прям белые, прям мистер Тайт позавидовал бы так, вот. Стирали лаской просто этого Кицалькуатля. Вот. Ну, собственно говоря, никаких узоров, ничего мы не видим, просто белый Кицалькуатль. Перед тем, как меня опять выкинут с серва, предлагаю уже просто взять и полететь. Шикарно. Вообще очень нравится играть за Кицалькуатли. Ну, собственно говоря, никаких узоров, ничего нет. Снизу, по-моему, даже лучше выглядит. Ну что ж, ребят, собственно говоря, это были все скины Кицалькуатля. Это было последнее, недоступное на многих серверах животное. Но для вас я его нашел и заснял. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь в группу канала. Оставляйте ваши комментарии по поводу, какой вам скин понравился и как вам вообще это животное. В следующий раз постараюсь поиграть с живыми игроками. Ну, думаю, получится у нас. На этом у меня, пожалуй, все.
Всем всего самого наилучшего. С вами был Богдан. До скорых встреч и всем пока.